Да! 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 Безгранично счастливы. Хотелось бы выразить огромную признательность руководству нашего государства, руководству района, фирме застройщику, всем, кто принимали участие в строительстве этого замечательного, комфортного, современного дома. Вот еще раз подчеркну социальную направленность нашего государства, потому что вы, как многодетная семья, в полной мере ощутили защиту и заботу нашего государства от нас. Это говорю, подтверждает тот факт, что моя супруга находится в декретном отпуске. На детей осуществляются выплаты. Вот, пожалуйста, как многодетная семья, мы получили семейный капитал. И вот как апогей всего, большой подарок для нашей семьи, получение квартиры в этом замечательном доме. Вот, поэтому огромное еще раз хочу высказать слова благодарности, признательности за все то, что делается у нас, в нашей стране, для нас, для граждан. Вот. Как уже было сказано, дом очень красивый. Семьи, как я посмотрел, строил очереди за ключами. Достаточно все молодые, креативные. Вот отдельно хочется отметить красивую детскую площадку, стоянку хорошую, удобную для автомобилей. Поэтому я надеюсь, что всем нам здесь, всей нашей семье будет находиться и жить здесь очень комфортно. Ну и вот, пожалуйста, по настоящему поколению так.